памятник Суворову, улыбчивая девочка с блинами или вот такие фигурки в ярких народных костюмах. Все это работы рукодельницы Татьяны Ангелуши из Тирасполя. Каждая поделка сделана с любовью. С моей творческой профессией я уже давно столкнулась и потихоньку что-то мастерю. В основном я работаю с изделиями в технике ватного папье-маше. Вот такие небольшие изделия, есть более высокие, крупные, масштабные. Также с гипсом работаю, в такой технике, как магниты, различные панно, тоже можно тут увидеть. Это мини-выставка в столичном доме народных традиций и ремесел. На создание вот такой композиции может уйти неделя. Процесс кропотливый. Чего только стоит раскрасить каждый завиток. Используется для каркаса проволока различной толщины. Для уже изготовления самой куклы используется обычная вата и клей ПВА. Это самые основные инструменты. Ручные поделки обычно можно купить на ярмарках и праздниках. Они очень популярны у туристов. В пандемию с этим были сложности. Создать больше мест, где умельцы смогут представить товар, поручил президент Красносельский. Они появятся по всей республике и будут работать постоянно. Данная реализация, данная реклама позволит, на мой взгляд, поднять на хороший уровень нашу культуру, наш быт, нашу самобытность через тех промысловиков, которые занимаются, по большому счету, изготовлением нашей продукции приднестровской своими руками. Поэтому это указание есть, и попрошу его исполнить положенный срок. Нравится больше работать именно в тематике Приднестровья, нашего края. Вот как-то так оно пошло, зародилось, и оно интересно, и каждый раз что-то хочется сделать новенькое в этом плане. Туристам бы, конечно, было бы удобнее приобрести в одном месте в любое время что-то, и им интересно увезти с собой частичку нашего Приднестровья, хоть даже в небольшом сувенире. Возможность была бы больше, если бы у нас было место для постоянных продаж. Труд народных умельцев без внимания не останется. Скоро найти вот такие красивые работы смогут все.